Здравствуйте, я Гарифуллина Дина, ученица 8 класса. Я представляю дворец пионеров имени Гайдара. Ромашкинская Маргарита, родимая Россия. Волною океанскую омыта, украшена орнаментом из рек, средь дола, как чертог из малахита, стоишь, несокрушимая вовек. А над тобой, родимая Россия, сияние славы, тысячи побед. И как лугов твоих, капли росы, я храню себе и мощь твою, и свет. Спокойным и торжественным простором не устаешь мне сердце восхищать. Так будет пусть оно большим и добрым, величественной родине подстать. Мустай Карим, мой край, возлюбленный навеки, за то, что часто я в пути, как ветер мчусь, теку, как реки, не осуди меня, прости. Перед тобою виноватому мне стыдно не поставь в упрек, что на клубок земли намадывал я нити длинные дорог. Зато как скоро здесь свидание, как тесен мир, дорог встреч. Нет, не сумели расстояние разлукой между нами лечь. Все потому, что водопады твои в моей груди гудят. Все потому, что звездопады твои в моих глазах горят. Когда в чужих краях студенных из проруби я воду пил, то видел там, в глубинах темных, лик той, которую любил. Знай, для моих корней ты влага, для листьев свет, суть бытия. Я без тебя убог, ты благо, ты сила, без тебя ни шага не сделать мне, земля моя. Отражается Русь в изумрудных озерах, куполами церквей задевая одно. Это наша душа, оберег, что нам дорог. Можно много забыть, нужно помнить одно. Никогда ни за чьим мы не прятали спины, коль глумились, то лишь над самими собой. На могилах отцов посадите жасмины, их здесь столько уже, целой армии строй. О, великая Русь, ты страдала так много, хоть сейчас отдохнуть бы в озерной тиши. Провожая своих миротворцев дорогу, ты им помнить про совесть и честь накажи.